Крым наш? Да. Ну вот все говорят, Крым наш. Я тоже так считаю. Я просто придерживаюсь общественного мнения. Крым наш? Да, наш. А Крым наш? Понятно. Нет. Давайте оставим этот вопрос без ответа. Крым наш? Наш. Почему? Он всегда был нашим. А Крым наш? Наш. А почему не украинский? Потому что он изначально был наш. По ошибке стал украинским. А как это по ошибке? Ну так, по ошибке руководства нашей страны. Как вы считаете, почему Крым наш? Ну, потому что он исторически был Россией. И отошел обратно в Россию. Но вы сами давно в Крыму бывали? Прошлым летом были. Ну и как в целом, люди довольны? Довольны. В принципе, население то самое. Изменилась инфраструктура только. Ну а еще сами бывали там? Да. И как впечатление? Я бывал там до 2014 года. А Крым наш? Ну, видимо, наш. Надо загуглить, надо посмотреть. А, ну Крым, он же, по идее, сейчас ну, русским стал уже. Так как я был в Крыму, и там вместо гривен стали российские валюты. Да. А я был в Крыму, когда он уже был Украиной. Вот. Ну, а что, это... кстати, там вообще люди говорят, вот вы говорите, вы там были? Люди говорят. Как бы, грубо говоря, вот на Черном море был, вот, по сути, и как бы там ну, спокойно отдыхают там люди, как бы, ну, нету такой там прям войны, там что-то такого, прям там такого нету. Почему не украинский? Скорее всего, потому что Крым сейчас занят, и я думаю, сейчас я бы туда не поехал. Но там все нормально, просто ощущение, что сейчас там очень много военной техники и всего такого, поэтому отдыхать там некомфортно. А Крым наш? Да, я считаю, наш Крым. Почему не украинский? Не удаляй, все. Крым крымчан. Я как крымчанин могу вам это сказать. Ты не попали. Ну, вообще, вот, как сейчас в Крыму? Давно были там? Год назад. Ну и что вообще люди говорят? Какие у них впечатления после присоединения? Все напуганы, но все надеются, что лучше. Открылись какие-то новые возможности и перспективы. Особенно для молодежи. Ну а почему вот украинцы сейчас считают, что их Крым? Не знаю. Не могу ответить. Крым наш? Наш. А почему не украинский? Ну, потому что он был в составе Российской Федерации. Ну, потому что после распада Советского Союза они думают, что он также принадлежит им. Вот. Скорее всего, украинский. А почему так? Почему не российский? А почему российский? Костя! Ну вот у нас... Так по телевизору говорят. По телевизору много чего говорят. Не война, а спецоперация. Чей наш? Российский. Ну, российский, да. Российский. А почему не украинский? Ну, потому что Украина просуществовала сколько? 30 лет всего лишь. А сами корни идут из России. Конечно. А почему не украинский? Потому что он общий. Я вообще инопланетянин. Юридически, да. Ну почему не украинский? Ну, есть юридически определенные документы, да, которым, ну, российские, согласно которым он признан российским. А признан где? Рядом стран, в том числе России. Почему? А почему не наш? Ну вот украинцы говорят их. Ну, что вы можете им сказать? Могу сказать, что и Россия, и Украина — это все братский народ, и не должно быть никакой дележки. Я думаю, что он просто в течение истории очень многим странам принадлежал, и решать его, наверное, должны его жители. Но так как у нас в демократии вообще все хреново на странах СССР, то понятно, что никто не может точно подсчитать, сколько процентов этих жителей хотят быть жителями России или Украины или чего. Но вообще, я, если бы был бы там суперимператором всего мира, то я бы ему предоставил вообще автономию. То есть отдельное государство, чтобы ни нашим, ни вашим. Насколько я понимаю, официально, да. А был в составе Украины, но сейчас по всем, я не знаю, какие-то документы или какие-то договоренности, я так понимаю, относятся к Российской Федерации. Не знаю. Ну, российский, в смысле. Наверное. А что не украинский? Так говорят. Я считаю, что Крым, он... Ну, все-таки я думаю, что он должен быть крымчан, все-таки.
то есть именно не русским, не украинцам. Пускай это будет как отдельное государство, такое маленькое, но все же государство. Этот конфликт продолжается уже 1000 лет, и все-таки я хочу, чтобы, ну, наконец, побыстрее это все закончилось, и чтобы и русские не агрессировали, и, скажем так, чтобы Запад и Украина не создавала какие-то провокации, чтобы Россию вынуждали на военные действия.